Всем привет! Ну что ж, я продолжаю прохождение второй части Патапон. Итак, ну что ж, включаем звук. Итак, отправляемся на следующую боевую миссию. Склон Яро. Патапоны пошли на склон Яро искать материнского побега и додонки, которые бродят где-то в окрестностях, не ведая о том, что им всем суждена в этих местах встреча. Встреча с кем, интересно? Ну давайте пойдем. Так, раз, два, три, четыре. Идем. Окей, мы получили наш третий барабан, который дает нам возможность побега. О, всесильный, ты слышишь меня? Пора тебе выучить третью песню, песню Чака-Чака. Это стенание о защите используется для выхода из переделок. Так, и... Раз, два, три, четыре. Разбей эти камни, освободи меня, я пойду с тобой. Ты слишком слаб, и это все, что у тебя есть? Патапоны, Ну извини, у меня сейчас нету сильного оружия. О, неужели это... дракон? О, додонга здесь. О боже, как болит моя спина. Вот он, Чака-Чака. Мне что, его завалить разве нужно, или что мне с ним делать?
Вскакивай отсюда. Теперь надо выбраться вперед. Окей, мы освободили нашего чувачка, которого мы видели в начальной сценке. Так, давайте узнаем, кто это. Так, ну это вы можете сами прочитать. Поставьте на паузу, почитайте. Великий Камикон, наконец-то мы нашли избранного. Избранного? Да не смешите вы меня. Но я слышал об этом в старой легенде. Забавного вида парень в маске спасет мир после встречи с великим Патафоном Камиконом. Да, забавно. Великий Камикон, нам следует называть этого... Как нам нужно называть этого странного парня в маске? Называть меня? Вы собираетесь назвать меня? Должно быть, вы просто обезумели. Да. Герой. Очень хорошее имя. Мне нравится. Ура! Полагаю, герой годится. Словно у меня есть выбор. Это Камикон, верно? Тогда передай сделку. Я хочу принять одно из этих имен для себя, то есть для тебя. О, великий Камикон и храбрый герой, пожалуйста, идите сюда. Это святилище Парагета. Только Камикон и герои могут сюда войти. А если у тебя есть таинственное яйцо, ты можешь общаться с героями из других миров. У тебя не могут закончиться таинственные яйца, не беспокойся об этом. Так, играть одному, принести сказочные яйца, без заключения. А, я слышал про это. Короче, чтобы играть здесь, нужно, как сказать, как разработчики сделали еще одно нововведение. Они всунули во вторую часть этой игры мультиплеер. В нее можно играть до 4 игроков. И как раз вот эти мини-игры и предназначены для того, чтобы играть в команде и с помощью команды выбивать себе типа классные вещи с помощью мини-игр. Ну, поскольку я делаю проходняк один, так что я не буду играть в них. Но если их можно пройти одному, то напишите мне в комментах. Стоит ли одному играть или все-таки с друганами? Правда, не знаю, как на эмуляторе это можно сделать, но все же. Вот. Вот такая у меня у вас к вам просьба. Скажите. Стоит ли играть? Так, ну что? Парагет даст тебе доступ к другому миру. Понятно. Зачем мне другой мир? Так, но яиц у меня уже нет, к сожалению. Итак, что у нас здесь? Стоп. А, тренировка. Итак, защитники материнского побега. Семена богов распространены на руинах мира. Победите Додонгу и получите материнский побег, чтобы воскресить дерево жизни. Вот оно чё. Окей. Ну что ж, друзья, как я вам и говорил, 3, 2, 1, перевоплощение. Ну что, чувачок, с тобой так же поступим? Вот и все. Теперь наши патапоны одеты. Ну, в лучший шмот, который есть в этой игре. Божественный.
Он не тяжелый, не легкий, поэтому скорость наших патапонов не уменьшается, и атакуют они быстро. Вот такие дела. А теперь мы начинаем миссию. 3, 2, 1, поехали! Давай отдохнем, да, без проблем. Отдохнули, поехали. Раз, два, три, четыре. Ух ты, впервые в этой игре я вижу снег. Класс. Ну чё, все, убежал? Хань, не хочешь? Ладно. Раз, два, три, четыре. Mission complete. Ну хотя бы эту фразу уже во второй части перевели, это уже клёво. Так, все. Мы походу взяли то, что нам нужно. О, замечательно, Камипон. Время воскресить. Мать, наконец-то. О, материнский поверх, пробудись ото сна, который охватывал твои корни. Священное дерево готово. Ну что ж, создаем новых воинов. Вау, это что такое? Карта эволюции. Нормальный левел, обычно потапон может намного сильнее, набрав уровень. Готов перейти на уровень повыше. Ё-моё. Подняться выше, конечно. Да, без проблем. Что, все? Кость ему дады. Ага, не хватает одного пунктика. Ну ладно. Букиоко. Эти огромные патапоны отлично сопротивляются отталкиванию, но их размер приводит к снижению скорости атаки. Они понемногу улучшают свое оглушение набором уровня. Пиопио. Устойчив к морозному холоду, но уязвим к огню. Повышение уровня увеличит его скорость. Кошмар. Так, давайте еще посмотрим, кого мы можем выбрать-то. Ой, какой кошмар. Сколько вариантов выбора. Сабара, непобедимые воины, его способности превосходят всех остальных.
и он способен победить любого врага. Прикольно. Так, ну птички я не хочу использовать. Опять какая-то кость нужна. Ну что же за наглость такая, а? Ладно. Потом я кости поищу. Нанося критические удары и большой урон, этот потопон прорывается через высокие ряды. Скорость это все... Ну, ага, понял. Понял. Так, а что у нас будет здесь? Да, много веток развития, как вы уже успели заметить. Няшно. Еще хочу. Так, значит, поразительно силен, медленно движется и атакует, но достаточно силен, чтобы переломить ход сражения. Нет, медленных я не люблю. Итак, гидба. Первая форма совершенного редкапона. Они получают половину урона от всех атак за исключением огня, льда и электричества. Их обращение со стихией огня улучшается с каждым уровнем. Ясно. Окей. И нам опять нужна какая-то кость. И где же нам ее взять-то? Ну ладно, позже поищем. Позже поищем эти кости. Так, секундочку, значит, получается я уже все ветки улучшил. Так, значит, этот медленный. Ага. Давайте посмотрим, кого мы можем теперь выбрать-то. Не понял. А, когда каждого так улучшать нужно, то вы что, издеваетесь? Так, кого мы еще можем? Тарипон, что-то еще за тарипоны. Летающие, а, я понял. Это ездовые, это атакующие. Так, ладно, давайте я сейчас прервусь быстренько и всех их создам и продолжу запись, а то я чувствую, это будет очень долго. Ну что ж, вот я спустя 10 минут сделал всю свою армию, которую хотел. Ну давайте теперь отправляться на новое задание. Итак, крепость Кармен в лесу Уссо. Использовал ты дерево жизни, чтобы получить новых тетапонов. Пришла пора объединить их и отправить на край земли. Само собой. Так. Давайте добавим новую армию. Так, тетапоны. Так. И сюда летающих. Как говорится, идет пехота и нужен воздух. Так, ну вот он наш воздух. Окей. Теперь мы делаем улучшение.
Так, птица могущественного Потапона. Окей. Так, ну что ж, у нас я всех прокачал до 10 уровня. То есть все воины у меня сейчас экипированы и прокачаны как только можно. Так, и теперь наши главные атакующие войска. Опа-на! Итак, тоже все прокачаны до 10 левела. Теперь оружие, божественный меч, божественный шлем и божественный щит. Так, вся экипировка самая лучшая. Так, ну а тебе уже ничего не надо, у тебя так уже, все есть. Ну что ж, отправляемся на бой. Давай отдохнем, без проблем. Отдыхаем ровно секундочку, пока идет загрузка. И понеслась. Вы еще не знаете, с кем связались, так что лучше текайте, пока не поздно. Раз, два, три, четыре. Вот такие дела. Раз, два, три, четыре. Разгромили всех направо и налево. Так, раз, два, три, четыре. Вот, получите. Меня зовут Юмипон. Я пришел предложить свою преданность и защиту. Наш отряд полон. Прощай, могучий Камипон. Хм. Вот такие дела. Так, ну лучников я уже в прошлой части делал. Поэтому давайте я теперь буду вместо лучников... точнее, вместо лучников выбирать этих летающих. Посмотрим, на что они будут способны. Сделаем такое маленькое разнообразие. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Как же не люблю эти висы. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре.
Вот и все, миссия пройдена. Ну что ж, удачно мы сходили, сколько мы насобирали. Окей. Да, с такой армией теперь не победим. Да, и опять же, спасибо всем моим знакомым, которые дали мне советы, как опять во второй части всех экипировать. Дали мне все необходимые ресурсы, и теперь я смогу спокойно пройти эту игру без всяких заморочек. Окей. Теперь ты можешь использовать Древо Жизни, Мать, для призывания героев Юмикона. Окей. Так, ну этих я всех создал. Так, Юмипоны. Ну, как говорил, лучников я уже больше не буду делать. Буду с вот этими летающими ходить. Тяжеловиков я не хочу брать, они слишком медленные. Вот. Хоть сильные, но медленные. Это будет, пока дождешься, пока они дойдут, уже проще легкими дойти и всех перебить. Так. Так, этих на лошадях я тоже не хочу брать. Ну да, все, я всех выбрал. Рабопоны. Ну, этих я тоже не хочу. Это чуваки с большими перчатками, типа. Ну, зачем они мне нужны? Они то же самое, как и вот эти декапоны, они одинаковые. Только у этих булава, а у этих перчатки. Так что все, состав я свой сделал. Ну, вам виднее. Если вы будете играть, создавайте как хотите. Тут уже дело вкуса. Ну, а я буду проходить так. Ну и на этом я заканчиваю, друзья, этот выпуск. До новых встреч, всем пока-пока.